Диман, пойдем на температуру. Они вам, наверное, снятся, да? Нет! Что, у меня есть такой прикол. Фамилия мечта громко отчетливая. Федоренко. Дмитрий. Дмитрий, как самочувствие? Пока. У меня, представляешь? Вчера было не очень хорошо. Из-за самочувствия. Не знаю, что-то это прям. Вот это одни из самых, вот то, что здесь в зале происходит, это одни из самых спокойных ребят. Да, это такую штуку, скажем. Цветочки. Да. Здесь просто смотри, ты же видел, да, вот эти ребят с ограниченными возможностями. Вот это очень тяжело общаться. Это очень тяжело. Вот про это говорю. Это нет, это все, это по приколу даже, потому что они себя ведут. Они все напоминают нас, взрослых, вот чем дело. Парни, хорош галдеть! Никитос, тормози! Макар, тебе надо уже как Семен на высоком турнике уже делать. Там уже для тебя не то. Уже надо на высоком, либо вот на том, который сзади тебя. Но сейчас пока не надо делать. Пусть парни, делаем, пожалуйста. Макар, выше тени. Не, не надо много. Надо правильно. Иван, ты сначала сделай, потом попьешь. Лева, до пяти дошел? Да. Че, братишка, показывай. Я обратно сделаю. Ты уже обратно сделал? Ну, покажи мне на маленьком турничке, вот где Иван, покажи на том турничке. Ну, давай хотя бы здесь показывай. Сначала подтягивание, молодец, 5 штучек, делай 5 подтягиваний. Потом 5 подъемов ног. Лев, помнишь? 5 подтягиваний, 5 подъемов ног, 5 приседаний, 5 отжиманий. Я закончил. Ты закончил? До одного дошел? Да. Молодец. Сейчас вис 1 минута. Сейчас вис 1 минута. Лёва, теперь дам. Я только до 5 дошел. Ну показывай 5. Где показывать? Там, на тех турниках. Макар, Семён. Посмотрите, развернись лицом к ребятам, посмотрите на технику выполнения Никиты, Вити, Ивана и Максима, чтобы я вас всех записал. Иван, на температуру, бегом. Я сейчас еще наберу шагу, сейчас буду на втором. Сейчас у меня 10-5. Нет, 10 не надо, надо сделать было одно подтягивание, один подъем ног, одно приседание, одно отжимание. А, ничего страшного, бывает. Давай, фамилия, имя, отчество, громко отчетливо. Одно делать? Да, фамилия, имя, отчество, громко отчетливо. Саламатов Иван Алексеевич. Иван Алексеевич, как твое самочувствие, братан? Нормально, просто домой не ходил, папа задерживался на работе. Лев, пойдем на температуру, да это бывает, иди, ничего делай. Страшного, что домой не ходил. Лева, братух, фамилия, имя, отчество, громко отчетливо. Иван Лев Алексеевич. Лев Алексеевич, как твое самочувствие? Нормально. Дай пятюньку. Минуту провисел, что ли? Да, а? Давай, минуту вис. Провисел, понаблюдай за техникой выполнения парней, Семен, пожалуйста. Ты переходишь на элементы. Поближе подойди к ним, подскажи. Каждый там, видите, чуть-чуть протупливает. Витя, бегом на температуру, Витек, на температуру. Парни, пожалуйста, доделайте, быстрее перейдем на элементы. Фамилия, имя, отчество, громко отчетливо. Батя приехал, Витя? Нет. Еще нет. Как самочувствие, брат? Отлично. Нормалек? Все нормально? Все, точно? Да. Точно? Все, давай, ну, доделаем. На следующей неделе уже поехали. Все, молоды. Все, давай. Давай, доделаем. Можно уже нормально. А? Перерыв. Кто доделал? Перерыв. Макс, тебе подтягивание, подъем ног и отжимание. Мы пойдем на температуру, Максим. Никита, делай, Макар, на температуру. Потерпи, Никита, потерпи. Фамилия, имя, отчество, громко. Соловьев Макар Сергеевич. Потом со мной читай. Макар Сергеевич, как твое самочувствие? Хорошо. А что он делает? Отжимание. Это неправильно, ты отжался 5 раз, грудью до пола. Фамилия, имя, отчество, громко. Максим Сергеевич. Максим Сергеевич, как самочувствие? Да, хорошо. Зря ты не хочешь на занятия ходить больше. Хочу. А что ж ты тогда говоришь? Я не приду. А прикинь, каково нам это слушать? Я к тебе по-братски отношусь, а ты говоришь, все, мне не нравится, я больше не приду. Я что-то плохое, что ли, заставляю делать, обзываться на кого-то. Наоборот, что вы сильнее становились. А когда кого-то ребята время отвлекают, они же тратят общее время. Ну зачем это надо? Все, братан, давай занимайся, лады. Больно было это делать. Как? Это больно было делать. А я не помню, давно было, 20, больше 20 лет, очень давно было. Ну, иголка колола, как вот иголка колола всегда.
Кстати, я... Никит, фамилия, имя, отчество громко отчетливо. Моисенко Никита Ильич. Кстати, я хочу рассказать вам о новом сериале, недавно вышел. Давай перерыв будет и расскажешь, как самочувствие. Можно сейчас? Хорошо. Сейчас, секундочку. Вот то, что ребята, кто доделал перерыв? 5 минут, кто доделал перерыв? Потом 2, 3, 4, 5 надо. Семен, а ты на высокий турник. Макар. Макс, ты до одного довел? Минута виз. Да, минута виз. Минута, они делали, минута виз. Сейчас кто попьет, Макс, иди водички попей. Макар, попить, да? Ребятня, потом стелите маты на маленький турничок и с разрешения Дмитрия Юрьевича переходите на высокий. Закрывай крышки, пожалуйста, закрой. Иван, тебе надо доделать силовую часть, лады? Ты один сделал, потом два а надо сделать. Минута виз тебе, минута виз Максиму, минута виз Вите. А где висеть? Ты еще не сделал, Макс. Я же видел, я же наблюдал. Ты только когда отжимался. Минута виз провиси, пожалуйста. Макар, поможешь Леве маты постелить? Под маленький турник. Слезай. Тебе надо доделать. Минута виз. Никит, надо не здесь, брат. Надо там, на безопасном месте. Никитос, слезь, пожалуйста. Витя, матрасы принесешь под стол? Вон они, матрасы, на крышечек. Никита. Алиса, минуту, пожалуйста. Минуту вис? Посчитай сам, я сейчас смотрю. Это за 60. Да, я... Не, маленькие сейчас не надо, Витя, надо вон большие матрасы. Нет, Никита, не там. Никита, не там. Нет, брат. Вот здесь. Здесь, пожалуйста. Вам с Максом вот здесь. Я вот здесь хочу. Вам с Максом вот здесь. Никита, слезь вот здесь. Пожалуйста. Потому что за раз минуту тяжело будет провисеть. Прыгай аккуратно. Прыгай аккуратно. Оп, все, иди провиси, пожалуйста. Успокойся, успокойся. Постилай ровно, что да. Все, парни, поехали, делаем. Сейчас Макар застелит матрасы. Лёва, помогай. Вань, помоги Макару матрасы маты постелить. Максим, нельзя так, нечестно. Максим. Я 1-2 сделал уже, теперь 0 лиц. Нет, 1-2, потом 3. Вить. Если хочешь, можешь начинать параложки стенить под самый маленький турник, Витек. Параложки можешь под самый маленький турничок. Я все. Стелите поролон под самый маленький турник, пожалуйста. Все, это надо? Поролон под вон тот, под маленький турник постелите, пожалуйста. Сейчас пусть отдыхают руки. Красный все. Максим, с Никитой постелите, пожалуйста. Видите, видите красный? Ну, натерлась, конечно. Постелите, пожалуйста, поролон под маленький турник. Никитос. Никит, вы пока постелите, я обещаю, вы отдохнете, сейчас попьете. Никитос, мы перекусим. Лады. Никитос, постели, пожалуйста, поролон. А сколько прошло минут? Полчаса? Вы очень быстро разминку сделали. Полчаса? Полчаса? Сейчас 18:50 время. А, мы только 50 минут сделали. Да. Парни, еще осталось 10? 1 час 10 минут. Да. Тихо, парни, аккуратно. Вить. Никит, Макс, постелите, пожалуйста, поролон под маленький турничок. Да. Можно мне турники?
постелите, пожалуйста, поролон под мо... Вань, помоги ребятам постелить поролон. Макс, не рви только чехлы. Ровненько стелите поролон, ровненько. Никит, залезай на стол. Если не помогаешь, залезай на стол. Если ребятам не помогаешь, залезай на стол. Стелите, стелите. Витя, Иван, Ваня, Макс, стелите, пожалуйста. Вить, молодец, стели, стели. Никит, залезай. Макар, Лёве, покажи несколько простых элементов. Максим, постели, пожалуйста, поролоны сначала. Парни, ровно, Иван, стелим поролошки. Пожалуйста, постели сначала. 10 раз надо залезть. 10 раз надо залезть. Ну ладно. 10 вперед. А можно хотя бы 9? Ну хотя бы 5 сделай, потом посмотрим. Макс, помоги ребятам постелить, пожалуйста. Парни, в темпе. Да, длинный поролон между столбов. Длинный поролон между столбов. Ваня, вот этот поролон длинный между столбов, который Витя тянет. Между столбов. Витя, Максим, длинный поролон между столбов. Поролон. Два. Максим. Длинный поролон между столбов. Парни, Макс, Иван, неправильно вы стелите, неправильно. Вы забыли как? Парни, вы забыли как? Максим, вы забыли как стелить? Между столбов, парни, между столбов. Безопасность, вы поймите. Почему неправильно здесь? Ваня, иди помогай. Мата, постели. Сначала Лёва сейчас делает. Как, Мата, почему неправильно застелили? Быстрее переправляйте. Сергей Геннадьевич. Щели. Иван, помоги Мата быстрее. Сергей Геннадьевич. Да. Надо 5 или 10? Надо 10, но ты сначала сделай 5 и отдохни. Макар, тот не надо, Мат. Сначала квадратики засунуть надо. Почему ты суешь его? Вспомни, как мы застилаем. Семен, на температуру. Ковалев Семен Александрович. Фамилия, имя, отчество, громко отчетно, молодец. Ковалев? Как самочувствие, Семен Александрович? Нормалек все, давай печенье все продолжаем. Нужно на стойке. Нас нужно даже. Ты на этих стойках хочешь? Возьми маленькие вот деревянные. Ровненькие бери, одинаковые которые. Только вставай как-нибудь вот здесь по центру пола, вставай, чтобы я тебя видел. И делай упражнения на стоечке какие-нибудь поделай. Ваня, помоги Макару застелить. Хорош, тормозить. 5 раз, да? Да. Молодец, сейчас Витя будет делать. Их, Макар, их надо между столбов квадратики засунуть. Вспомни первый вариант. Иван, помогай. Никита, помоги им залезть. Помоги матрас застелить. Между столбов первые квадратики засовываем. Хотя бы до 5 доведи. Парни, хорош. И
Приморите меня, не волнуйте меня, не надо, хорош. Вы что, делаете? Щели такие у вас. А кто что-то прыгает, стелите давайте. Не надо слезть. Сначала на этом, либо на этом. Сначала. Наверное. Сделала маленькую? Да. Нельзя, нельзя, Максим, нельзя. Нельзя прыгать, ты чё, братан? Нет, сначала на турниках. А что значит на турниках? Всем задача сейчас. Постелил, помогайте. Иван, почему ты не помогаешь? Быстрее, туда, стелите, бегом, бегом. Бегом, бегом, напомнишь, бегом, 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 бегом. Зачем, Макар, зачем? Вот надо квадратики постелить дальше, конечно. Быстрее, парни, вы чё? Быстрее, успокойся, бегом, стелите. Бегом. Постелили, молодцы, молодцы. А что с Максом? В темпе. У него нога болит, что с Максом? Теперь вот эти длинные, да. Ну ты ж, конечно, болит. Парни, сейчас можно будет. Запрыгнули. Спокойно. Это все упражнения мы уже делали. Спокойно. Чуть-чуть подтягивайтесь. Сразу надо вам сделать одновременно, чтобы проще было. Чуть-чуть подтягивайтесь. И в этот момент, когда я тянусь, закинул ноги свободно и легко.
Надо будет красиво обернулись обратно. Продолжаем. Поехали. 10 раз. 50 отжиманий, 50 отжиманий. С колен, с колен, с колен. Витек, пойдем переворотом, братан. А потом постигаетесь. Ты хочешь на стол лучше залезть? Ну давай, залезай. Давай, давай. 10 подъемов переворотом, обязательно. Макс, надо половинку подтянуться, в это время ноги закинуть. Подъем переворотом или подъем с переворотом, либо подъем переворот должен выглядеть красиво и грациозно. Макс, тянем, тянем, Максим. Успокойся, Иван, делай правильно. Никита, ты обратил внимание, как он считает? Он считает раз, два, три, четыре. Он забывает, что нельзя пропускать я один. Я 36 делал. Ну ты отжимайся, а Ваня в своем режиме отжимается. Надеюсь, что да. Это сила покажет. Нет, не очень правильно, надо грудью до пола ведь. А? Ты сначала доотжимайся. Сначала доотжимайся. Сделал? Хорошо, все, на элементы. Кто доделал 10 подъемов переворотом, дальше продолжаем делать элементы. Лёва, ручками крути. Надо докручивать. 50. Все, подъем переворотом, бегом. 10 раз, Никитос. Погоди, ну либо 5 раз на стол тебе осталось, либо 10 подъемов переворотом. Выбирай. Давай, делай тогда. Заниматься будешь? Да. Давай сейчас температуру померим. Померим ночь, чтобы громко отчет. Алексей Михайлович. Алексей Михайлович, как самочувствие? Прекрасно. Хорошие тренировки? Да. Спасибо. Зачем она тебе нужна? Пять раз на столб залезть и 10 подъемов переворотом. Ну, можно хотя бы 4 раза? Посмотрим. Я просто сильно устал. Посмотрим. Тяни, тяни, Макс, молодец, упор. Чё, Лёх, показывай. Взял. Зато почти взял. Нет, там я прям двумя руками. Лёва, подтягивайся и ножки поднимаешь. Тяни, ножки поднимай. Подтянуться надо, Лёва, подтянуться. Как ты подтягиваешься? Ноги закидывай. Лёва, надо подтянуться. Немного подтягиваешь и в это время закидываешь ноги. Помогите ему под спинку, пожалуйста. Помогите чуть-чуть. Подтолкните немного. Тяни. Контроль. Лёва, переворачивай. Контроль. Руки не переворачивай. Макар, еще раз покажи. Лев, посмотри еще раз. А ты уже сделал 10? Я только 5. 6. Я делал 10 кувырков здесь. Идет. Никита, аккуратнее. Надо сделать 5 подъемов на стол и 10 подъемов переворотом. Я сделал 5 подъемов на стол. Теперь подъем переворотом. Даже 6. Делай подъем переворотом, все, на элемент переходим. Может быть, на сальто пойдем. Давайте еще. Берешь. Сам придумаешь.
Парни, пожалуйста, слушаем фамилии, кого назвал, кого не назвал. Соломатов. Здесь. Федоренко. Здесь. Иванков Лёва. Здесь. Курсаков. Здесь. Савченко. Здесь. Соловьев. Здесь. Иванков Алексей. Здесь. Ковалев. Здесь. А кого не назвал? Витёк. Никита, Витёк. Кого не назвал? Витька. Меня. Тебя не назвал. Витю я назвал, Савченко. Спокойно. Руками подтягивайся. Руками. Попробуй пару тренировок, просто вверх ногами вот так вот подтягивайся. Просто подтягивайся. Прям увидишь, через две недели прям намного лучше результат. Вот, и руками. Да, давай. Я понял. А что не понимаю? Руками. Я не знаю. Ну, вот, хочешь посмотреть, что я на помощь пришел. За руками тут, смотри. Две ноги. Две ноги. Да. Да, контроль. Понял? Да. Попробуй. Поднимайся. Просто вот так подтягиваться. Не-не-не-не-не, нет, стоп, нет. В конце тренировки назад. Вот видишь, прям две недели пойдет. Пойдем, сейчас, быстро, давай. Макс. Совсем другой результат будет. Нет, 10 раз надо. И последний прям за поясницу старайся. За поясницу ноги давай. Ноги вверх. Попотяни, ноги сразу. Смотри, пошел. Контроль. Контроль. Упор. Упор. Теперь обратно скручивай. Обратно. Да, можно обратно. Можно падать. Я сейчас... 10. Давай, 10 раз. Так, Иван, Никита, сюда ко мне. Смотрите в бочку. Пойдем. У нас только лёд, да? Только лёд сразу отдыхает на тренировку. Пришли. Пойдем, ребятня, стоечки берем. Дайте попить, пожалуйста. А где эти вода? Ну вот у вас есть. Это не моя вода, это общая. Все стаканы, спасибо. Это общее. Парни, перерыв 5 минут. Я не просто посижал, я кувырки делал. Я видел. Ты возле окна с Иваном лежал, кувырки делал. Я видел. Ну не, я на самом деле его пропустил. Да? Ну, как ты, оказывается, быстро кувырки делал, я пропустил. Это бывает. Сейчас для тебя вдвоем, для вас вдвоем, чтобы никому не мешали, силу сейчас будем тренировать. Что сделать там? Конечно, сделаешь. Мы сейчас стоим на руках, потренируем, мы все сделаем. Конечно, легкотня. Смотрите, что. Честь. Я давай, попейте мыться в туалет, 5 минут спорите. Не, я не буду делать. Для давай, тебя, Иван. Полегай. Для тебя и для тебя, и потом иди пока. Давай, берем, смотри, что когда делать. Когда на свадьбе? Сейчас, секунду. Когда баба сейчас, секундочку, на ладошках борется. Ну вот первый у нас Иван с Никитой хотели биться. Ты потом встретишься за ним. Не, я биться не хочу. Я же биться просто побороться. На руках. Вань, ты что, боишься? Успокойся, смотри, что надо делать. Никита, Иван. Никита, Иван. Тихо, смотри внимательно. Парни, Ваня. Ваня, Никита, сюда. Смотрите внимательно. Ваня. Никита. Никита, смотри внимательно, что вы делаете. Вам надо сейчас сделать здесь сильные руки. Стойте на руках, как крокодильчик. Просто подтягивайся. Ставишь стоечку близко друг к другу. Вот так, как я поставлю стоечку. Руки не отпускаешь, тянешь вверх. Он взрослый, как же Никита. Алексей Дмитриевич. Ребята, они позже, когда вы уйдете домой, они попозже. Смотри, что делаешь. Смотри, сейчас пока на улице, когда вы выйдете, чтобы они пришли, чтобы не мешать. Ваня, Никита, смотри внимательно. Ручку поставь. Сейчас, секунду. Я сел здесь. Сейчас, секундочку, молодец. Иван, смотрите, подвигаем руку. Вот так и ложимся на свои локотки. Что надо сделать, чтобы получить? Денис Владимирович, похоже, делает кнут-то плетка. Денис Владимирович, это старший тренер. Да, не Салька, а пока элемент на турнике поделай. Пока элемент на турнике связки покажи мне. Лёва, ты на высокий хочешь? Нет.
Лёха, покажи связку, которую вы, например, ближайшую сделали. Или попроси Семёна, у тебя простую связку через подъем перевод. Ты так рано? Все, 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 лады. Санька же хорошо. Но без нас тоже хорошо, да? Давай, нет, Никита, делаем. Нет, нет, нет. Нет, потому это опасно. Только вот так. Только вот так. Иван, вот сюда. Вот сюда. Иван, вот сюда. Да. Все, держи. Держим, сделаем. Не мешаем Алексею тренироваться. Сейчас. Лёва, смотри на связь. Пойдем. Связка, связка, это несколько действий. Макс, надо сделать. Смотри. Руки болят. Это несколько действий. Я не буду это делать. Связочек вместе. Одно действие. Сергей Иванович, ты это делать не будешь. Одно действие. Ты тоже, ну ты тоже сейчас. Связка. Ты не поболел. Ты покажешь на связку. Ну давай, покажи. Сейчас, Лёва, давай посмотрим, что Макс делает. Я вижу все. Я буду это делать. Давай сначала Макс. Ну зачем тебе? Тебе в жизни не годится. Давай, Макс, сделай. Первое действие. Какое сделать? Выход на три. Только ногой зря ты в кресло делал. Неправильно. Ногу прямо. Ножку прямо. А если такой козельчик в жизни пригодится? Ну, кстати, Вращение сделаешь, пистолетик. Надо показать Лёве простую связку, чтобы он сейчас выучил, чтобы вспомнить. Не-не-не-не! Макар, показывай. Нет, ладно, стоп, всем стоп. Лёва, стоп. Лёва, иди сюда. Сергей Геннадьевич, помоги же крокодильчину сделайте там пока. Лёва, смотри, пойдем. Пока делайте сами связки. Семён, Макар, делайте сами, долго думайте. Смотри, Маша, Я делаю вращение вперед. Что там за в натуре? Следующее действие. Да он не знал, что есть. Можно перевести, сделать уголочек по чуть-чуть. Следующее действие. Например, можно уже сделать соскоб. Так, пацаны, вот, смотрите. Пацаны, Ваня, пробуй. 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 Пока. Сначала я посмотрю, как вы сделаете действие.
Что ты не хочешь? Я говорю, чем ты недоволен, звони родителям, не надо отвлекать никого. Что, нет? Кто чем недоволен, звоните родителям, парни. Точно? Делаем.